Из Африки с золотом. В Марокко состоялся чемпионат мира по самбо. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 80 стран. Карагандинский атлет Биимбет Канжанов завоевал золотую медаль. Сегодня его встречали в Карагандинском аэропорту. Там побывала и наша съемочная группа. Родные, друзья и фанаты с цветами и подарками сегодня встречали победителя чемпионата мира Биимбета Канжанова. Главным болельщиком была мама чемпиона, также встречавшая своего сына. Карагандинский спортсмен завоевал золото в чемпионате мира по самбо в Марокко. Биимбет Канжанов родился в поселке Аксу-Аюлы. Он окончил Каргу имени Букетова. 24-летний спортсмен тренируется под руководством тренеров Даурена Адамбаева и Кайдара Канжанова. Ну, там чемпионат мира. Слабых соперников не бывает. Каждая страна своих лучших спортсменов ставит. Каждая схватка, конечно, трудна. Это тренерская работа, биометрическая работа. Мы к этому схватку готовились. И свои моменты, там, нюансы схватки, мы все работали. Благодаря этому выиграли схватку. В Карагандинском аэропорту прошел брифинг с участием чемпиона мира по самбо, его тренера Даурена Дамбаева, руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области Натальи Сухоруковой. Кроме того, поздравили с победой коллеги карагандинца, начальника УВД Сакаровского района Сабита Маров. Они преподнесли чемпиону миру ценный подарок. Соревнования проходили в Касабланке, Марокко. В нем принимали участие спортсмены из 80 стран. Представитель карагандинской школы самбо Биимбет Канжанов, выступая в весовой категории 52 килограмма, в финальном поединке встретился с борцом из Армении, которому в начале схватки проигрывал со счетом 0-2. Однако, применив прием на удержание, смог взять инициативу в свои руки и по итогам поединка стал победителем. Я очень рад, это для нас долгожданная победа. Когда я только пришел в спорт, это для меня была главная цель – медаль с чемпионата мира. Я так рад, что дошел до цели, которую себе поставил. На этом мы останавливаться не собираемся. Я буду работать над собой дальше. Нужно еще защитить звание мастера спорта. Чемпион мира по самбо среди взрослых Биимбет Канжанов теперь будет готовиться покорять новые вершины. Следующий этап Кубка мира пройдет в Беларуси уже в январе следующего года. Алина Акбаева, Диас Нурмуханов, Никита Косых, 5 канал.